Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в рубрике «Фраза дня» еще один анекдот, но он очень мудрый. И поскольку я смотрю проект «Холостяк», то анекдот о пилоте. Приходит на аэродром... Приходят на аэродром люди, которые хотят устроиться пилотами. Приходит один на вакансию пилота. Приходит немец и говорит: «У меня 1000 часов полета. Я готов работать за $3000. Ему говорят: «Спасибо, мы подумаем, перезвоним». Приходит американец: «У меня 2000 часов полета. Я готов работать за $6000. Ему говорят: «Хорошо, спасибо, мы подумаем, перезвоним, у нас есть вон еще кандидат». Приходит русский, говорит: «Здравствуйте, у меня 0 часов полета. Я готов работать за $9000. Ему говорят: «Ну как? У вас вообще 0 часов полета и $9000? Объясняю. 3000 мне, 3000 вам, а за 3 немец готов работать». Ну чем не народная мудрость?